То у нас влетел, здесь врезался в музей морского флота, после реставрации машина влетела. Вот так до сих пор она стоит, видно там, где поврежден музей морского флота. Вторым было у нас, влетели, сбили наш знак, туристический знак города Одессы, который сегодня не подлежит восстановлению, нужно делать новый. Тоже деятель приехал, покуролесил в Одессе и уехал к себе в страну жить. Сегодня ночью автомобиль такси вылетел на Аллею Славы у нас, повредил бордюр, газоны и так дальше, и так далее, и так далее. Один въехал, врезался, знак, ничего, как с гуся вода, второй, ничего. Зато при этом, при всем, водителя моей машины, я не говорю, он не особенный, он такой же водитель, как и все. Но когда по три раза к нему подходят, спрашивают удостоверение личности водительское, и спрашивают, есть ли у него категория работы, и начинают разговаривать с ним, на это у них время находится. А работать конкретно по задаче, которой нужно немножко приложить усилий и принципиальности, и профессиональных навыков, что-то как-то руки не доходят.